Ну и хочется рассказать о еще одном событии. Вчера очередной день рождения отпраздновал всеми любимый Дедушка Мороз. Видно, это событие отметили у кинотеатра «Искра». На праздник к Деду Морозу пришли и дети, и взрослые. Они участвовали в играх, конкурсах, пели песни и поздравляли виновника торжества с днем рождения. И сам именинник тоже поздравил всех со своим днем рождения. Всех вас мы поздравляем с моим днем рождения. Мы вам желаем здоровья, мы вам желаем счастья. И почаще улыбайтесь. А потом все желающие нарядили елочку, таким образом зазывая настоящую зиму поскорее прийти и дать старт новогодним праздникам. Очень быстро елка была украшена конфетами, мандаринами и яблоками. И, конечно, не обошлось без хоровода. Рос снежком укутывал, смотри, не замерзай.